Владивостоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины. Я люблю эту страну и не хочу быть частью другой страны. Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди, мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем, независимо от языка.